Всем привет! Вы на канале Ушастик Кидс, и сегодня мы поиграем с нашим любимым котиком Томом. Просыпайся скорее, Том. Пойдем, у меня есть очень много всего вкусненького на завтрак. Да, и даже твой любимый тортик с клубничкой. Держи скорее. Есть газировка. А еще вкусные-вкусные роллы. Попробуешь? А на десерт компотик с черничкой. Ну вот, Том, я смотрю, ты снова стал огромным котиком Томом. Дай-ка посмотрю, есть ли у нас в запасе еще желтая бутылочка. О, нет, кажется, все кончилось. Ну ладно, будешь у меня таким толстячком. Ребята, в сегодняшней серии мы с котиком Томом построим ему новый современный дом и будем передавать приветы нашим любимым подписчикам. Том, а давай-ка для начала мы заглянем в гардероб и переоденем тебя. Оденем тебе какой-нибудь классный костюмчик. Может быть, оденем тебе белый костюм или вот такой костюм рэпера. Смотрите, какой прикольный. Поменяем тебе шерстку. Можем сделать радужного рэпера Тома. Кстати, давай-ка попробую сделать себе цвет глаз другой. Например, оранжевый. Вот такой у нас яркий рэпер Том. Такой весенний, интересный котик. А вам понравился костюм котика Тома? Если да, обязательно ставьте лайк для нашего Томика. И так прикольно мурчишь. Ой, ребята, вы видели? У котика Тома на полу какая-то голубая коробочка. Кто знает, что в ней лежит? Если кто-то знает, напишите об этом в комментариях. Очень интересно, правда, Том? Ну а теперь давайте-ка построим котику Тому новый дом. И начнем гостиной. Сделаем ее в современном стиле. Супер-классный современный дом у нас будет, друзья. Сейчас поставлю ему огромный современный телевизор. Постелим какой-нибудь современный ковер. Вот такой бело-голубой прикольный коврик. Сейчас выберем обои. Можно сделать вот такие обои с точками. Поменяем пол. Давайте сделаем оранжевый и оставим современную полку. Вот такой у нас современный дом у рэпера Тома. Тебе, надеюсь, понравилось, Том? Ну, хорошо. Я вижу, что понравилось. А теперь время современной кухни. И, конечно же, начнем с холодильника. Вот такой он клевый современный холодильник. Смотрите, какой он большой и прикольный. Вот такой у нас есть современный стол. А что насчет современного окошка? Сейчас выберем, друзья. Можно, кстати, сделать вот такое домашнее окно. По цвету подходят желтенькие занавески нам. И вот такие современные обои. Вот такая кухня, Том. Что будешь кушать на новой кухне? Может быть, вкусный десерт из мороженого? Я смотрю, тебе понравилось, Том. А теперь делаем современную ванну. Начнем с унитазика. Вот такой клевый современный туалет. Сейчас делаем новую заслонку. Другой кафель и какой-нибудь прикольный коврик. Вот он, современный коврик. Осталось только выбрать какие-нибудь прикольные обои. Можно, кстати, сделать вот такие. Готово, смотри, Том. Кажется, Тому нравится наш ремонт. А вам нравится наш ремонт? Если да, ставьте ваш лайк. Ну а теперь, конечно же, спальня в современном стиле, друзья. Вот она, современная кроватка.
Сейчас выберем какое-нибудь прикольное белье. Можно сделать вот такое. Вот она у нас, современная лампа. И поставим красивую полочку. Вот такое современное искусство с цветами. Очень красиво, правда, друзья? Можем сделать обои с точками. Это у нас такие современные. А давайте все-таки сделаем обои с точками. Мне кажется, они нам подходят больше. Ну вот, готов дом котика Тома. Давай покажем полностью весь дом, ребята. Это у нас гостиная. Это наша кухня. Хочешь клубничку? Попробуй. А вот и наша желтая бутылочка. Ты снова станешь худым и маленьким котиком. Это наша ванна и спальня. Ну что, вам понравился новый дом котика Тома? Пишите ваши предложения по тому, какой дом построить котику. Мы обязательно все почитаем с котиком Томом. Все ваши комментарии. Ну а теперь, Том, давай-ка немножко сделаем зарядку, попрыгаем по планетам и передадим нашим любимым подписчикам много-много приветов. Первый приветик у нас сегодня получит Вика Бондаренко. Большой пушистый тебе привет, Пикуля. Диана Лепина и Оля Лисюченко, а также Платон Макаров и Настюша Бородина, а также Настюша Карнау. Большой пушистенький вам приветик, друзья! Ксюша Тоскунова и Ангелина Закутная, а также Настюша и Вероника. Большой пушистый вам приветик, девчонки! Алиночка Камышовка и Дмитрий Борисенко, Злата Сорока и Дашуля Жихарева. Большой пушистый вам приветик от котика Тома. София Бокова и Соня Яковчук. Вам тоже большой-большой приветик. Мария Тимофеева и Хабиб Гулаимов. А также Валечка Рюмшина. Большой-большой вам привет. Альбина Чахкиева. Лови пушистый приветик от котика Тома. Том, у нас еще много приветов. Рано тебе убегать. Владислав Корнилов и Ярослав Федоров. Большой-большой вам привет, друзья. Том, ты что, устал прыгать? У нас сегодня будет долгая зарядка. Танюша Батурина и Саша Федосова. Огромный вам привет от котика Тома. Да, Том сегодня не особо в форме. Тяжело ему прыгать по планетам. Мадина Закиржаева, тебе тоже пушистенький привет от котика Тома. Том, ну что же ты, уже четвертый раз. Мы передали еще не все приветы, погоди немножко. Юлия Ермашова и Соня Родченко, а также Имамарзе Абдулаев. Большой-большой тебе привет. Ребята, если вы тоже хотите получить привет от котика Тома, пишите в комментариях под этим видео ваше имя и фамилию. А также не забывайте подписываться на наш канал Ушастик Кидс. Мы с котиком Томом всегда рады новым друзьям. Давай, Том, вот так. И еще кружок. Может быть, ты поставишь сегодня новый рекорд? Нет, к сожалению, не поставит. Ну что, вернемся в наш дом? Вот такой наш современный домик. А хочешь, я угощу тебя еще чем-нибудь очень вкусным? Например, вот такое кофе с мороженым и шоколадом. Ребята, а вы любите кофе? Кто любит кофе, ставьте лайк. Том, кажется, пора тебе найти какую-нибудь современную пижамку. Давай-ка отправимся в гардероб и переоденемся. А вот такая у нас есть классная голубая пижамка. Давай сделаем обычную твою черную шубку и вернемся в нашу современную кроватку. Ну вот, ребята, на этом у меня все. С вами был канал Ушастик Kids. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новое видео самыми первыми. И помните, мы с котиком Томом всегда рады новым друзьям. Закрывай глазки, Том. Сладких тебе снов!
Всем пока-пока!